А что, комнатку, да, надо? Или боженьки? А надо комнатку? Надо. Прямо сейчас? Ну, подойди, вот это делаем. Не, ну, если сильно хочется, надо. В 50-х годах очень просто веру перетянули, потому что Индонезия — это мусульманская страна, по законам мусульманства свиней кушать нельзя. А свинья, как я говорил, у папуаса — это самый ценный продукт и вообще самое ценное. Поэтому, когда пришли миссионеры и сказали, что окей, свиней есть можно, нужно, мы вам еще их дадим, еще и рис дадим, и дадим одежду, вы только остановитесь. Поэтому очень многие, они ходят с крестиками, которые то где-то здесь на плече висит, то там на спине. Как раз, да, а проходили церемонию айауаски. Прохождение этих ритуалов, где-то передают вибрации голоса. Там же есть вхождение в определенное состояние, в котором идут там образы, может что-то еще. Ну скажите. Да, но мы... Паспорт остался тут. У него там паспорт, убитая птичка, какая-то лапка засушенная, камушки какие-то. То есть нам расчесочка, набор самых невероятных предметов, которые собраны все вот в сейфе. Ну, тем не менее. У них, кстати, были большие проблемы из-за этого, потому что когда пришла цивилизация, они все голые ходили, их миссионеры начали активно одевать. Начали давать одежду и просто заставлять их одеваться. Они оделись. Но им не объяснили, что одежду нужно стирать. И они вот так ходили несколько месяцев, может год, пока все хорошо, и ничем не болеет. Он когда высадился, и за ним погнались папуасы, он упал в лужу с грязью, вымазался, встал вот такой вот с такими глазами. Папуасы прибежали и неожиданно не убили его. Что-то он им понравился, растерялся шамана. Шамана такого дедушки в пятом поколении шаманского. Хотя он не хотел становиться шаманом. Сейчас он проводит эти церемонии, но... В 6 часов идет проливной ливень. Это на открытой лодке довольно сложно высидеть. Это просто... Просто ужасно на самом деле. Периодически наши гиды подвозят по реке индейцев из одного пункта в другой. Buenos días! Me llamo Ольга. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ау! Ау! Mucho gusto! Старый мангана. Ave de Dios, 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 ave de Dios
мудрый Тимонга. Это не меня мой дуб, это а я. Тимонга. Не убуна. То есть ты едешь на свой страх и риск. За свои деньги они... Сейчас, кстати, там в Папуа действует огромный флот миссионерский. Они летают в удаленные племена, то есть у них там свои аэродромы, свои самолеты. Они богаты миссией. Раз-два. Да нормально. Раз-два. Ну давай.